Сегодня офигенное море. Знаете, так мало людей, просто обалдеть, 10 часов. Море чистое, чистейшее на моих деток. Сыночек уже начал загорать. Все возлегли, вокруг него очень соскучились. Потому что потом они его тоже не видят, он взрослый какой-то. Его свои интересы. Видите, как мало на море людей, но очень чисто. Ой, боже, какое счастье. Вы не представляете. Такое счастье, друзья мои, море просто обалденное. Обалденное море. Ой, я самый счастливый человек сейчас. Еще будет дочка и две лапочки мои маленькие. И мамочка, я шкивчик, и все было бы круто. Но я свою миссию выполнила на сегодня. Поправи это красиво. Она сама падает. Мария одела топик. Моя. Чернобровая моя. Чернобровая моя. Знаете, я сегодня красила брови себе и ей чуть-чуть накрасила. Но это не вредно, оно выйдет. Смотрите, какая она чернобровая у меня. Неровная, вот такой вот закругленный брови. А у меня... Что случилось? Время сколько? Сейчас, подождите, посмотрю, сколько времени. Я у них тайм-аут включен. Тайм-аут? Играться. Покажи, который где. Какое время? Это считается. Вышли мы с вечерком погулять в парк, потому что дети сходят с ума. Мой сын тоже. Чтобы не скучно было, придумаем ему занятия. Хотя у меня столько дел, я в последнее время не выходила, но благодарна тому, что ухожу. Действительно, работа не заканчивается, а лето скоро закончится. Мы такие красивые с Мари. Потом будет что вспомнить нам. Вот в этом платье, как я пришла с моря, еще не переодевалась. Мари, не трогай мою руку. Мари все время меня это дразнит. Мой Ашкем не приехал сегодня. Не пошли мы сегодня к зубному, потому что завтра он должен маму посадить на автобус. И у нас еще хорошая новость сообщил мне о племяннице его. Сообщу потом, попозже. Вот, она же замужем. Вы, наверное, догадываетесь. Просто пока не могу говорить. Да. И завтра посадит маму, а сестра останется здесь и только потом вернется. Мы соскучились с Пашкой. Мы Всем привет, мои дорогие. Дождались мы нашего Ашкима. Дети будут с маской. А там Мирабчику массаж. Видите? У нас такой массажер есть, и вот. Мари. Я чем занимаюсь, покажу. Бабуля, что делает? Ашкем принес вот такой вот нам с деревни болгарский, красный. Я не знаю, где они взяли, принес 5 штук. Все сложила, смотрите. Вот так, вот такой вот подсолнух нам принесли интересный Ашкем. Кабак такой. Ну, я не люблю такой. Так, тут я готовлю что? Я тут готовлю с домашней курицы. Суп куриный. Ну, тут по-другому делается, чтобы знали. Да, тут у меня сейчас курицу буду разделывать и добавлю сюда. Вот чем я занимаюсь. Что? Мы купили юзпире. И вот. Да.
вот такие вот картошка фри. Иди ты на камеры, ты нам мешаешь. Вот такой лаваш. Это такие сосиски. Это вторые сосиски, чтобы мы нормально наели сосиски. Бабуль, найди сосиски, бери. Потому что сегодня это бабуля нам еду делает. Вот такой вот колбаска. Идет он другим товаром. Ой, то есть к бабуле катится. Вот такой вот сыр лапный. Но это, наверное, не сыр. Как сказать? Это не сыр, наверное, а это масло. Вот такой вот йогурт. Давай йогурт. Давай, о, она сама стала, я клянусь. Ой, нельзя клянуться. Вот такая подножка. Для Дэми подмышки выбирать. Для подмышек, для Мирабчика еще купили это притуан пхи, наверное, я не знаю. Еще купили мы картошку и яйца. Еще последний товар катится к вам. Катится. Короче, вы поняли. И вот такой последний у нас получился ролик. То есть ролики. Нескафе. Да. Ой, Нескафе. Да. Я вам не снимала видео, как мы были на море. И, ой, прости. 84% нормал. А то есть для нашего сколько я видео снимаю? 1 минуту и 35 секунд? Не, больше. Я же второе видео сняла. Это второе. То я сняла, наверное, 1 минуту 5 секунд. Сейчас будет 2 минуты. Сейчас будет ровно 2 минуты. Сейчас, ладно? Ровно 2 минуты и 10 секунд. Все, сейчас вот, сейчас вот. Кстати, я придумала новую песню для того Несквика. Тик-тик-тик-тик-тик-тик-пурира. Несквик катится ко мне. Абрам-арам. Рам-рам-рам-рам-ра, диски кола и Несквика. Рам-рам-рам-ра, Несквик вкусный, очень вкусный. Дальше я не знаю, что придумать. Иду к врачу зубному, надеюсь, что это последний мой поход к нему. Надо почистить, сделать чистку, чуть-чуть запломбировать там кое-что. Всем приятного дня, а детей оставила с моим сыном. Наконец-то я привела себя в порядок и одела не домашнюю одежду. Вот сегодня какой у нас стол. Вот такой. Мы сегодня сели. И вот я сижу, мы сейчас пришли с баскетбольного поля, и сейчас должна есть там. То там, то не русский там. У нас тантуни. Видите, как вкусно кушаются. Приятного аппетита нам. Всем привет, мои дорогие. Тут мой сыночек меня подкалывает. Я говорю, надо сейчас камеру записать. Интересный сюжет. Он говорит, смотрите, что они делают. Да, чем это они занимаются? Лодку поднимают. Представляете, как это делается, интересно. Так легко, Мираби, да? Мы здесь кофеёк пьём, вот так вот постепенночко, кофеёчек. Так лодка, она, этот вниз подходит под нее, а не лодка тянется. Вот в чем дело. Они уходят вперед, а лодка нет. А-а-а, видишь, как.
Женщина, отойдите с кадра. Мешаете нам. Все, как легко все делается. Смотрите на наших детей, все там. Вот и все, сейчас они что будут делать? Тащить ее? Или как? А рыбу поймали они или просто? Им парусник надо, да? Парусник классно было бы, Мирали. Когда парусник, тогда не надо это, да, мотор. Или мотор нужен тоже. Видишь, как дело, да? Как интересно. Надеюсь, вам понравился сюжет. Балую свою семью. Сейчас попробуем, какая у меня курочка получилась. Ой, что-то у меня нос потек. Смотрите, какая красота. Запекла на гриле. Это 2 кило, это 1,5 кило. У нас же семья большая. Здесь запекается у меня картофель. Вот такой сегодня будет у нас ужин. А я побежала к партнеру домой. Я свободна, я свободна, я свободна. Боже мой, друзья мои, какое-то счастье. Мой мозг, наверное, отдохнет. Иногда нужно быть свободной, потому что это очень тяжело быть постоянно в тонусе.